Вот так, без лишних предисловий и вступлений, мы сразу окунаемся в процесс моей работы. Это Леви, и я делаю его на заказ. В августе я возьму его к себе домой в Кемерово и распишу чалую масть. А пока что работаю он хвостом перед отъездом. А пока у Леви сохнет хвост, я работаю с Ривелем. Это не заказ и не продажа, а такой маленький подарочек для очень хорошего друга. А эта плюшка Беатрикс уже готова к росписи, она полностью обработана, загрунтована. И знаете, я просто обожаю отливки от Joel Studio, ибо мне практически не нужно их обрабатывать, они уже готовы к покраске. Но как бы идеально не была бы отлита модель, я все равно очень трепетно отношусь к подготовке, стараюсь по максимуму убрать всевозможные мелкие швы, царапины, какие-то, возможно, пузырики, пыль, поэтому иногда приходится по несколько раз грунтовать, чистить, но результат того стоит. Вы перестаете жить.